А это модель пианофорта Tower. Это вертикальный вариант пианофорта. Давайте рассмотрим, какие возможности он открывает перед дизайнерами. Очень часто при проектировании интерьеров в стиле лофт с большими окнами невозможно найти место для радиаторов отопления. Пространства много, высокие потолки. На мой взгляд, лучшим решением может стать установка радиатора пианофорта Tower. Он органично смотрится среди кирпичных стен, эдакий синтез эстетики и рациональности. В помещениях с эркером или широким окном во всю стену разместить радиатор можно только на смежной стене. Но чтобы радиатор не украл у стены ценное пространство, размещается пианофорта Tower, и у вас останется достаточно места для мебели. Радиатор пианофорта Tower поможет найти элегантное решение и в случаях, когда от балконной двери или от окна до смежной стены остается слишком узкое пространство. Небольшой радиатор не справится с обогревом всего помещения, но пианофорта Tower не только справится с этой задачей, но и станет яркой деталью интерьера. Дизайнер всегда ищет решение, чтобы найти баланс между функциональностью и эстетичностью. Представьте себе просторный холл где-нибудь в бизнес-центре с входной зоной и ресепшн. Поставить обычные радиаторы возле окон не получится из-за стеклянного фасада в пол. Но можно разместить радиатор на противоположной от окна стене, согревая и входную зону, и ресепшн. И в этом случае пианофорта Tower как нельзя лучше справится с поставленной задачей.